Приветствую вас. Я хотел бы спросить у вас, если вы спрашиваете, почему у вас все складывается неудачно, то откуда мы можем это знать объективно? Если вы даже не говорите о том, что именно у вас складывается неудачно, вы, будучи психологами, не можете ответить на этот вопрос вам, потому что мы не знаем, о чем ваш вопрос. Чтобы ответить на него, нужно понять, что именно вас не устраивает, что именно вам не нравится, что именно вас напрягает, что именно мешает вам вести себя правильно, что именно мешает вам вести себя удачно, понимаете? Вот это очень важно. Очень важно. Чтобы вы это поняли сами. И тогда ваши проблемы можно будет разобрать. Тогда ваши проблемы можно будет понять. А пока вы пишете все так, я не знаю, ну, вы сами поймите. Если вы не пишете, что именно у вас складывается неудачно, мы же не телепаты, мы не можем, например, сразу понять, что у вас именно складывается неудачно, что именно все. Так, во-первых, все неудачно складываться не может. Это ваше субъективное восприятие того, что у вас именно все складывается неудачно. И просто то, что вам важно, возможно, именно это складывается неудачно, да. То, что вам важно. Ну, так, а возникает вопрос, а почему то, что вам важно, складывается неудачно? Ну, может быть, именно в этом все и дело, что для вас это чересчур важно, и поэтому складывается неудачно. Но если так, то с этим нужно работать, с этим нужно разбираться, с этим нужно взаимодействовать как-то, понимаете? А если рассказывать, например, вам о том из разных сфер жизни, почему у вас складывается неудачно, то получится много информации, много обращенного времени и никакого результата совершенно. Вы же этого не хотите? Ну, я имею в виду, вы не хотите, наверное, тратить свое время на прослушивание, например, от меня множество информации, которая, может быть, к вам даже отношения никакого не имеет. Я думаю, да. Поэтому вот, исходя из этого, я и предлагаю вам для начала себе ответить на вопрос, что именно у вас складывается неудачно. Если что, прямо по пунктам, вот по пунктам опишите, что именно складывается неудачно, в какой сфере, какие желания не осуществляются, мы поговорим об этом, ну, не обязательно я, любой другой эксперт, мы с вами поговорим и решим уже
Как вам нужно скорректировать свое поведение? Вот, а я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.